Православные отмечают сегодня один из главных праздников религиозного календаря – Преображение Господня. Или, как его называют в народе, Яблочный Спас. Верующие вспоминают, как Иисус, согласно Библии, отправился на гору Фавор с тремя учениками и явил им свой божественный образ. Священники на праздничной службе облачаются в белые одежды, которые символизируют свет, исходивший от Спасителя. А по окончании литургии принято освящать плоды нового урожая. На Руси к этому времени как раз созревают яблоки. Отсюда и второе название праздника –